Опустите оружие. Мы хотим, чтобы эти люди нам помогали. Внимание! Вижу помощника. Он еще должен нам кое-что рассказать. Йоу, тут небольшой отряд картеля. Рядом с контейнером. Ладно, закончили. Внимание, в квадрате противник. Descargar, vatos. Черт, похоже, они нашли труп. Чисто. Ребята, как вы?
Поехали. Покатили. Вижу цель. Рядом местный. Вижу цель. Смотреть по сторонам. ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? ¿Qué le preocupa? ¿Qué trae en mente? A veces no puedo dormir, hermano. Las noches escucho los gritos de los compas que se pueden. Порядок. Впереди по дороге солдаты единства. Похоже, досмотр транспорта. Я на мотоцикле. Давайте без меня.
Я вижу двух бандитов. Рядом с контейнером. Аккуратней, не попади по гражданским. Вступаю в бой. А черт, нас заметили. Чисто. Ребята, как вы? Дрон в полете. Вижу вторую цель. Цель номер три. Вижу капитана.
Летит птичка единства. Берегись. Эй, здесь боец картеля. У груды покрышек. Все нормально. Отойди, а то тебя увидят. Ну, черт, они его нашли. Веду огонь по мудакам. Враг готов. У меня все чисто. Тут медаль картеля. Какой-то бандит расстроится из-за пропажи.
Ставлю мину для наших наркоприятелей. Я за рулем. Валите, встретимся там. Я вас догоню. Thank you.
Не стыдно прицепить на парадную форму? Есть еще одна цель. Запускаю дрона. Ты мне посадку карканча. Отлично. Зачищаем и уходим.
Тут указано, где лежит награда картеля для какого-то парня, убившего пару повстанцев. Полно всяких лампочек и тумблеров. Держитесь, я поведу. Я тут, покатили. Давай из машины, живо! Не усложняй ситуацию. Подожди, я ставлю мину. Рядом враги, будьте начеку. Машинный скот, штатский убит. Ты о чем вообще думаешь, тупица? Их лейтенант убегает.
Вижу цель. Вокруг много местных. Отлично. Зачищаем и уходим. Радиофургон захвачен. Сообщим координаты снаряжения повстанцам. Пак, это Номад. Конвой захвачен. Gracias, amigo. Моим людям пригодятся эти припасы. Мои люди ищут Юрия и Полита, но ты пока можешь сделать еще кое-что. Я подготовил обращение к народу Боливии. Это призыв к оружию. Передача пойдет из Итакуа. Санта-Бланка тут же отправит бойцов, чтобы прервать передачу. В этом все дело. Мне нужны надежные люди, чтобы охранять радиоантенну, пока идет передача. Ладно, Катари, сделаем. У нас гости на пороге. Здесь несколько боевиков. Где ты его видишь? Рядом с бочкой с топливом. Осколочная. Порядок. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Поехали. Я в машине, поехали. У нас здесь группа солдат. У той бочки с топливом. Похоже, единство проводит тут свою операцию. Осколочная, получайте, кулярос. У нас все чисто.
здесь плохие парни. Норма? Опасность. Враг где-то рядом.